подписчиков. Блять, да и просмотров почти нет. Сука, видео вышло месяц назад, а на нем всего 40 просмотров. Бля, точно, у меня же есть немного денег на карте. Бля, я же могу купить рекламу какого-нибудь известного блогера. Бля, ну-ка, надо зайти в Сбербанк. Во, как раз есть 3000. Известный блогер, а можно тебе рекламу купить? Показывай. Окей, давай 3000, я все сделаю. Так, раз, два, держи. Ну, значит так, мы делаем трансляцию, и я тебя на ней пиарю. Алло, а чё, когда трансляция, где вообще трансляция, она будет, нет? Прости, трансляции не будет. Я пропиарю тебя в сторис. Алло, где история? Уже просто двое суток прошло, а её всё нет и нет. Извиняй, времени нет. Сделай, пожалуйста, трейлер в формате Stories, и я его выложу. Алло, а чё там вообще? 4 дня уже прошло просто. Сейчас выложу. Писал про этого парня. Ну и зачем он тогда вообще его выкладывает в историю? Это мне что, интересно? Привет. Как вы уже поняли по предыдущему кино, оператор Моргенштерна наебал меня на деньги. Как это все было? Я написал ему, мол, хочу купить рекламу. Он сказал, что типа продает ее за 30 тысяч, но крутым чувакам, которые толкают свою тему, продает за 3 тысячи. Я ему скинул канал, он сказал, окей, тебе продам за 3000. Сказал, что выложит просто историю про то, что типа вот такой я классный, крутой, подписывайтесь. Вот. Потом проходит некоторое время, нет, вам, по-моему, я пишу типа, ну чё, где, чего, кого, куда вообще. Он мне пишет, давай, я придумал такую тему. Давай мы с тобой сделаем трансляцию, где ты будешь учить меня танцевать. И в конце я скажу, ого, оказывается, у этого чувака есть свой канал, переходите, подписывайтесь, все дела. Я такой, вау, вообще охуенная идея, я думаю, это должно зайти, и много подписчиков у меня, соответственно, будет. В итоге, опять же, проходит дня 2, может даже 3, я ему пишу такой, окей, чё, блядь, когда трансляция будет? Он такой, ща, подожди, сейчас у меня дел много, там, блядь, пиздец какой-то вообще, блядь. Окей, я такой, окей, понял, я жду. Проходит еще почти неделя, блядь, уже прошла с момента, как я ему скинул деньги. Спрашиваю, что по трансляции? Он в итоге говорит, что ой, я так подумал, людям не будет интересно, потому что у меня контингент подписчиков, ну, немножко другой, им нравится музыка, Моргенштерн и так далее. Я такой, окей, похуй, что будет в итоге-то, блядь? Он пишет, будет история. Я просто выложу историю про тебя, про то, какой ты классный, крутой. Я такой, окей, заебись. Проходит несколько дней. Я пишу, где история? Он пишет, блядь, я сейчас в Узбекистане, блядь, дел много, вообще времени нету, интернет хуёвый, в то же время он выкладывает хуевую тучу просто историй из этого, блядь, Узбекистана. Я такой, блядь, что-то тут, блядь, нахуй не так. В итоге проходит еще несколько дней, он уже в Москве, я увидел по его историям, что он прибыл в Москву. Я пишу такой, типа, чувак, где история? Он такой, сейчас, блядь, еще, блядь, сейчас, скоро будет. Я такой, окей, я жду, типа, ну, для меня это важно, я понимаю, что у человека будет, может быть много дел и так далее.
Я такой, типа, окей, похуй, жду. В итоге, через время он пишет, чувак, сделай, короче, трейлер канала, но в формате истории, чтобы он прям захватывал пиздец. Я в эту же секунду просто на работе, блядь, скачиваю программу, делаю вот этот вот трейлер, блядь, сижу, ебашу нахуй, скидываю ему, проходит еще, сука, сутки, я спрашиваю, где, блядь, нахуй история? И он такой, ща выложу, выкладывает, и выкладывает просто мой видос, блядь, который вы уже видели в предыдущих вставках, с надписью «Зацените». Я такой, типа, это, блядь, я за слово «Зацените» заплатил 3000 рублей или что, нахуй? Я такой, окей, ладно, у него 500 тысяч подписчиков, возможно, кто-то перейдет на мой канал. Я специально весь день не чекаю YouTube, не чекаю аналитику, ничего. Я не захожу, в принципе, чтобы не разочароваться или, наоборот, не порадоваться слишком сильно, блядь. В итоге вечером я захожу, смотрю, у меня было 307 подписчиков до того, как я вот купил эту рекламу. Я захожу на YouTube, и у меня 308 подписчиков, блядь. Пиздец просто, я смотрю и, блядь, плакать хочется нахуй. Потом, окей, подходит время уже к концу вот этой вот, сторис держится 24 часа, вот подходит время к окончанию этой истории. Я захожу на канал, у меня 310 подписчиков. Я такой, блядь, 3000 за 3 человека, как охуенно. Классно. Захожу еще через время, 308, от меня отписались люди. Классно, сука. Блять, пиздец, нахуй. Вот такая вот история, как меня наебали на деньги, по сути. Я заплатил 3000, блять, и получил 3 подписчиков, из них 2 отписались, и в итоге я просто с говном в руках сижу, вот так вот и... оператор Моргенштерна, как вкусно. Вот. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока.